рад приветствовать тебя на моем канале. И в данном видео я расскажу, как всего за 3 часа можно получить самый красивый маунт «Дух Эчера» или «Призрачный лось». Если вам понравится этот гайд, то подписывайтесь на мой канал и поставьте лайки. Теперь давайте вернемся к лосю. Для того, чтобы взять квест, идем в Даларан, который находится в Расколотых островах, и находим тренера по археологии. Берем квест, который называется «Верный путь». Дальше летим в Крутогорье, а именно в Громовой утес. Здесь сдаем квест, и нам предлагают следующее задание, которое называется «Багроны», за которое дают советного маунта. Чтобы выполнить это задание, требуется всего 600 обломков костей эчеров. 600 костей – это примерно 25-30 раскопок. По времени это займет около 3 часов. На локациях попадает золотая лопата, летите в первую очередь туда. На раскопках можно собрать около 50 или 60 обломков костей эчера. Это ускорит ваш сбор фрагментов костей. После сбора необходимых фрагментов костей возвращаемся обратно к лесе, смотрим церемонию похорон и получаем заветного маунта. И у вас будет такой красивый ездовой транспорт, но он еще и летающий. Ну, на этом все. С вами был Илья Тер. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока.